Друзья, находимся в городе Пезаро. Да, такое ощущение, что я уже был здесь. А, ну да, точно. Точно, точно. Все похоже. И путаешься постоянно, где был, где не был. Но вот здесь, кажется, я был. Сейчас мы как бы в старом городе, скажем так, находимся. Каза Россини, дом Россини. Да. Вот такая вот тут жизнь протекает, итальянская. Живут итальянчики, живут. Очень много, кстати, на велосипедах они ездят, притом пенсионерчики тоже у них любят на велосипедах кататься. Здоровый образ жизни, можно сказать. Не в таком количестве, как в Голландии, конечно, но все ездят на велосипедах. Здесь свои артисты у нас есть. О, площадь сегодня забита. Здесь обычно все время люди сидят, но как сегодня, столько я людей еще не видел сегодня так. Площадь немного слегонца заполнена, обычно тут пусто бывает. Здесь у нас где-то рынок был. Не, не здесь, а вон там закрыт тоже рынок. А вот здесь рынок, не, еще работает. Рынок работает. В общем, друзья, это у нас главная улица этого города, получается, типа Арбатская. Это небольшой Арбат. Если в обратную сторону идти, то там море. В сторону моря выходишь. Вот. Получается, что город как бы относительно и большой, но все равно маленький. Тут
Это магазин был. Не могу вспомнить, чей этот магазин был здесь. Такой городочек. В общем, поесть вот стоит, если так говорить, 10 евро примерно порция. То есть, если сравнивать с другими местами, странами, не так дешево. Вот, если же ешь на набережной, то в два раза, даже в три раза, смотря что ты ешь, дороже может стоить та же самая еда. Вот, также отели, гостиницы, номера здесь тоже относительно, скажем, не дешевые, то есть 40 евро, 50 евро, таких дешевых каких-то, по крайней мере, я не видел, не нашел. Но зато можно снять жилье, месяц 500 евро, 600 евро можно найти, такую одну-двухкомнатную квартиру. Курортный городок, туристов, курортников, скажем так, мало. Относительно мало, то есть небольшое количество, так тихо, спокойно, размеренно все. Сейчас, это несмотря на то, что сейчас лето у нас. Так, а вот магазин я все-таки потерял. Не помню, где он находится. Театр Россини. Освежим память, то от жары уже плавлюсь. Пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.